мэрии собрались тысячи возмущенных горожан, требующих отставки мэра после трагедии в детском лагере «Виктория». Ханьба! 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 Труханову стало страшно. С самого утра к мэрии начали свозить нацгвардию и полицию. Нацгвардейцы создали живую цепь вокруг мэрии, не пуская никого внутрь на сессию городского совета. Вы люди живущие, вы стена. Зачем столько охраны? Разве это не прямое подтверждение вины? Тысячи одесситов вышли на площадь высказать свое недовольство работой мэра Одессы. Коррупция убивает. Давайте спасем Одессу от гибели.